преддверии отпускного периода в паспортно-визовой службе вновь выстраиваются очереди на оформление загранпаспортов. Уже сейчас ежедневно каждый сотрудник отдела принимает до 70 анкет. Между тем, напоминает начальник ноябрьского отдела УФМС, люди в очереди вообще могут не стоять. Именно для того, чтобы избавить население от такой необходимости, работает единый портал госуслуг. И анкету на оформление загранпаспортов можно заполнить на сайте. У нас опять начинаются большие очереди. Я очень бы хотела попросить наших граждан города все-таки пользоваться услугой госпортала. Это удобно, это без очередей и сокращает время и ваше.